кимоно Фусикай. Покупай и не возникай. Ребят, подогнали на тест. Здравствуйте, дорогие друзья! А у нас новая и очень серьезная рубрика «Заводной Артем Мухаров». «Заводской Артем Мухаров». «Заводной завод», «Заводской завод». Спонсор рубрики «Кимоно Фусикай». Мы находимся в гостях у Артема Мухарова в клубе «Завод» на втором Кожуховском проезде, дом 25. С вами я в красивом кимоно и Артем. В некрасивом, не кимоно. Что ты нам покажешь, Артем, сегодня? Очень простая техника из закрытого гарда, как раз для таких, как мы с Алексеем, белых поясов. Приехал. Или хреновых синих. Да. А пока мы принимаем положение закрытый гард, обратите внимание, сикарь. Фу же. Знаменитая эксклюзивная разработка концерна Фусикай. Окей, мы находимся в закрытом гарде. Все просто, мне нужно прижать его к себе. Чтобы это сделать, мне надо сбить его руки, или хотя бы одну. Я поднимаю таз, залезаю под руку. Да, поднимаю ее и тяну ногами к себе. Очень просто. Обнимаю его сзади, да, делаю как сидбелт. Эта рука работает против его затылка, да, не шеи. Если я беру шею, он все равно работает до станка. Видите, он может даже со мной встать. Да. Вот эти все вещи. Нам это не нужно, поэтому я работаю против затылка. Этой рукой я работаю прям под локоть. Да, если я слишком низко подмышки, он прижимает локоть к себе. Если я слишком высоко, да, он просто в руку вытаскивает. Да, начинаются проблемы. Поэтому где-то под локоть. И сидбелт. Да, стягиваю. Открываю ножки. Делаю два крючка. И выпрямляю их. Да, выбираю сторону, на которую он полностью растянут. С другой стороны делаю крючок. И просто переворачиваю. Я могу остаться в маунте. Могу пойти сразу атаковать его. Фусикай! Покупай, не возникай! Окей, мне надо просто прижать его к себе, а я поднимаю таз, беру руки и подтягиваю ногами его к себе. Делаю сидбелт, да, только снизу. Эта рука воздействует на затылок, да, если я воздействую на шею, он может поднимать голову, да, он будет работать осанкой, это плохо. Мне надо, чтобы осанка не работала. Второй рукой я держу возле локтя, чтобы он не мог вытащить руку. Вот таким вот образом. Открываю ноги, залезаю под голени и выпрямляю их. Открываю одну ногу, делаю крючок противоположного от той стороны, где я его полностью растянул. И просто переворачиваю. Могу остаться в маунте, могу пойти сразу на атаке. Носителей Фусикая проблем в борьбе не возникает. Надеюсь, вам понравился наш простой и эффективный, как думает Артем, свип. Спасибо, Артем! Пожалуйста. А спонсор нашей рубрики – клуб «Завод» и кимоно Фусикай. Носи и не возникай. А где купить? Короче, пацаны офигенные подогнали на тест. Сказали, все то же самое, что и в хорошем кимоно. Вот по качеству, по всей этой вот... Но за 5000. И вот два бренда. Могут еще Абубаз запиздячить и Рибок. Заводской малый. Заводной Артем. В смысле... Заводской Артем. Заводской завод. Заводной. Заводской завод. Нет. Да, заводской завод.
Нет, блядь. Заводной завод. Заводской завод. И спонсор нашей рубрики кимоно Фусикай. Фусикай! Кимоно Фусикай. В Пакистане покупай.